Итак, всем привет. Продолжаю вторую часть играть. Играю в проклятие. Как там их? Проклятие фараонов. Итак, мне нужно пройти великая милость какая-то. Погнали. Великая милость. Так, может звук игры убавить чуть-чуть? Где тут звук игры? Вот так. Я еще подразогнал процессор, чтобы ничего не фризило. Думаю, должно быть получше. Да, тут потрясающий сейчас свет такой дневной. Но солнышко не видно. О, через речку надо переплывать. Стоять! С твоей женой я сейчас уеду. Я разобью эту лодку. Это что такое сейчас было? Крокодилы? Бегемоты? В смысле выйти из боя? Опа-на! Проблемки начались. Давай. Я выпотрошу тебя. Опа. Налетаем. А, это область расследования. Ща. Лутанем. Надкусанное яблоко? На месте сферы? Вор тот еще шутник. Так, яблочко. Довольно-таки качественно выполнено. Наемники. Но где купцы, что платили им за защиту? С аукциона кто-то бежал. Откуда лодка? Может быть, с пристани на том берегу? Везли пленных. Этот умер раньше, чем они сели в лодку. Торги были в разгаре, когда пришли солдаты. К
Кто-то решил воспользоваться суматохой и украсть реликвию. Это был солдат или кто-то еще? Стражников убили, а торговцев взяли в плен. Затем пленников отвезли к святилищу Хатшепсут. В любом случае, реликвию стоит искать там. Сейчас разберемся. Опять на другой берег плыть. А, на этой же лодке. Надо же, подкрутил проц разгон и... Ну, почти не лагает ничего. Откуда у меня конь на этом острове взялся? Слышь, тыщ, пыщ. Фиванский некрополь. Красивые тут апартаменты. О, мне тут надо территорию зачистить. Или нет? Офигеть, тут такая территория большая. Ну ладно. Будем делать зачистку. Эй. Сорок шестого уровня. Опа. Какие? Сам дохни. Ох, вот лучники, это вот, это жестко лучники. Опа. Че, охренели тут? Я не хочу тут сдохнуть. Большая территория. Мне нравится свет такой яркий, белый, прям дневной. Прям вообще. Давай, давай. Молодец. Ну как тебе? С коня их легко мочить. Так они меня пешком заглушить могут. Такое мясо. Дайте мне подняться. Эй, что? Эй, что? Тебе здесь не рады. А чё, мне нельзя тут это? О, можно. Как круто! Кровь прямо это, в полете. Вот она как состоит. Офигеть. Вот это кровяка, просто произведение искусства. Жесть. Что это так? Кровь.
А у него чё? Да. Опа, начальник ваш идет. Сорок седьмого, так это тяжело его валить. Полудохлый. О, нормально. Все. О, тут филоки сейчас могут подъехать. Не знаю, какого уровня. Че, может, с коня уже слезть? Что-то мне надоело тут кружить. Оба-на. Какая-то новая сундучела. Тебе конец. Кому конец? Такой дворец богатый. Нормально. Из-за угла так стрела. Опа. А, это мой конь. Портянка. Читать неохота. Опа. О, пирамида какая-то. Мини. Дохни. Опа, на 47-го. Нормально вообще мясо. Опа. Что тут расследовать-то? Что-то снизу. Тебе конец. Я убивал ради этой сферы. Где
Где артефакт? Иди-ка в попу. Не стоит злить меня. В попу. Мой пес-племянник украл его. У него какая-то компьютерная мышка на груди. Но он не знает, где гробница. Так скажи мне. Спроси других. Они знают, где искать. Ты о ком? Кто был с тобой? А мое сердце. И убей меня. А мне все равно конец. Нет. Эй, куда пошел твой племянник, а? После аукциона мои люди погнали его на запад. Надо было убить всю их семью. Они хотели донести. Эй, что? Что? Что тебе нести надо, нет? Что? Что? Я убью тебя! Давай. Куда? А вот и ты. Не столько лута, зачем, блин? Это скучно лут собирать какой-то. Вот эти все мелочевки. Тебе не уйти. Да? Ох, сколько лута, я просто валяюсь. Зачем вот это бить? Вот это стоит тут. Просто так, что? Капец, там все в белых этих. Ну зачем столько лута? Это же жесть. Ужас. Сколько всякого трихомудия. Че, сюда не пройдет? Как туда попасть? А. Ну, уползи. А куда ты? Где тут этот? О, сокровище. О, этот хрен еще. Ща накрою его. Эй. О! Ну давай. О, нормально так его. Раскозявило. О, прирезал прям. Ох, какой лук хороший, наверное. Как я парирую. Оба, со спины. Видал. Даже твой щит не помог. Мясо. Ну давай. Убью. Кирпичей отложил. Лук.
Ну тут прям вообще мажоры живут. Все у них в луках. О, вот оно где все. Белое. Жесть. Можно просто мажором стать в таких апартаментах. Че там? Кого ищешь? Туда попасть? Где-то там сокровище. Ну жесть, это я смотрю туда и прям захочется туда зайти, а где это находится? Непонятно, где вход. Чуть сквозь тряпки не ходишь. А, вот оно где. Понял. Слушай, интересно. А куда ты, ё-моё? О, жесть. Чё здесь? Офигеть, сокровищница какая. Прям очень жестко. Тут аж игра подлагивает, видимо, от этих, от того, что тут блеска очень много. О, графит. Прям под ногами все это, как шелуха. Какие-то предметы всякие разные. Эхнатон. Жесть просто. Столько лута. Где сейчас только не видел. Куда он это все кладет? Тут вроде больше ничего нет. А с той стороны также. Не, не так же. Что там снизу? Опа. О, сокровище. Всякая дичь, которую потом можно будет продать. Ты че? Вот какой уродливый. Ну че за сранцы? Нейтрализовал. Ну давай посмотрим, что тут. Что-то не так. Куда тут бежать-то? И коня не вызвать. А, вот этого добить надо. Куда они тут берутся все? Догорит ведь? Нет? Зараза. Не догорит? Тревога! Нормально.
Скоро 46 уровень. А, так я прошел эту территорию. В натуре. Че я тут? Кого жду? Хо, ну и территория, конечно, ну какая. Жесть. Я хочу сбегать на эту хрень, вот тут какая-то. Проклятие фараона. Посмотреть, что там такое. Погнали. Ох. Сейчас он будет замес. О, 48 уровня. Жесть. Спасибо по башке. Или ему все равно. Это типа филоков, да? Ого. А он появится? Да. Да. В смысле? Троих одним ударом? Гиены бегают. Нормально. О. Как так одним ударом я тех вынес? Ну давай. Какой, а? Шустрый. Ты чего? Им что, новую эту физику добавили? Они раньше так бы быстро не бегали. Круговую. Так, что тут дальше? Я, наверное, тут надо контрольную точку сделать. Быстрое перемещение. Духи нет какой-то. Сейчас я на жердочку залезу, как курочка. Там есть куда сигануть. Что там по заданиям? Блин, что, зря спрыгнулся? О, мне сейчас 46 уровень дадут. Стоит мне что-нибудь замутить небольшое. Погнали. Угу. А?
сделать. Да? Отдай нам реликвию, и мы не скормим твои потроха стервятникам. Здесь никого, ничего, лишь мертвые. Прикалывай. Призрак, это слишком шумный. Ты вор с аукциона, которого я ищу. Нет, я не он. А аукцион? Раскаленное солнце пустыни ослепило твой разум, Нэп. Я найду вход и поговорим. Нет, уходи. Следы, как возле аукциона. Племянник Ирсу? Ты тот мальчик из доков, Сучех? Че, убегает еще от меня? Нет, да, то есть, я никто, ничто, а ты кто? Э. Баек, где? Прошу, оставь мне эту вещь. Моя мама, она так... Твои родители мертвы. Да, из-за нее. И если я отнесу ее в гробницу... Нефертити никого больше не убьет. Так чего не несешь? Мой проклятый дядя не сказал мне, где гробница. Он мертв. Да светит рай его путь. Отдай сферу. Я верну ее. Ты? Почему ты? Раньше я был Меджаем. Мужем и отцом. Пол Египта я обогрел кровью тех, кто лишил меня этого. И все из-за такой же реликвии. Бери. Бери. Я все понял. В чем дело? Мне показалось что-то не так. Ты обещал! Гробница Нефертити к западу от дороги, в долине. Ты же вроде не знал, где она. Это гробница архитектора. Я провел тут много времени и смог понять. Мышка садится. Дядя мог послать туда людей, но я знаю другой путь. Ты помнишь об обещании? Да. Чем займешься теперь? Найду работу, буду жить честно. И почему в это так трудно поверить? Села мышка. Сейчас. Так. Сейчас продолжу. Блин. Хм.
О, 46 уровень. Что-то прокачать может. О, добавили эти. Крушащие стрелы. Гнилостные. Пронизающие стрелы. Град стрел. Офигеть, тут добавили всякую хрень. Благосклонность Осириса. Мощь ярости. Стремительный рывок. Офигеть. Что тут с обновлением-то добавили? Ништяк. Осталось ли тут хоть что-то? Сейчас посмотрим. Нефертити, ни сокровищ. Какой блюр красивый сейчас был. О, тут так классно, вообще такой туманчик, офигеть. Вообще красиво. Лжец в обители Анубиса. Ты мнишь себя судьей? Решать их судьбы, когда твоя порочна? А это земля мертвая. Тебе нет прохода. Ну давай. Волки позорные. Тут вообще атмосферно и красиво. Тут даже FPS такой низенький. Офигеть, тут так красиво. Нормально вообще постарались. Напоминает Диабло игру. О, так все в воздухе висит. Офигеть. Что это? Так все выглядит классно. Что это? Неужели? О! Дуат. Офигеть. Если я верну реликвию в храм, дух Нефертити обретет покой. Так красиво, жесть. А как так корабль плавает? По траве. Жребец смерти. Может ли живой? Офигеть, такой конь, Жесть, если мне его дадут, я охренею. Это самый красивый конь в этой игре. От такой красоты аж просадки идут. Чудесная трава. Ну конь вообще зачетный. Даже хочу сфоткать. О, вот так вот.
Жесть, это красота. Долго сохраняет, потому что видео выкладывается. Погнали дальше. Ну тут вообще так офигенно. Тут еще и можно махаться, офигеть. С кем? Я готов в любую щель на этом коне залезть. Вообще тут красота. Твой фараон не знает покоя. Ты принес реликвию Нефертити на блюде, где лежат нечистые дары. Это оскорбительно. Поистине жалкое зрелище. Я все сделаю. Тогда очисти эти дары. Боги будут вкушать их на священной ладье. Так. Сколько там у меня? Видео. Идет. Да, блин. Видео идет. О, уже 40 минут. Ладно. Так. О. Зачищу эту территорию. Блин, ну такая красота вообще. Ты пред нами, грациозная. Круто. А, меня туда не пускают. Видимо, это место для каких-то святых. Офигеть. Блин, тут офигенно просто. Неохота отсюда уходить. Господин. Их такой голос. Да? У вас щита даже нету. Ну почему вы такие? Как-то их жалко даже бить. Таких красавчиков. На аватаров немного похоже. Блин.
Блин, тут такие цветы яркие. Офигеть. Вообще. Просто сказка. Какой золотой. Махалова. Круто. Это просто огонь. Просто нормально. Раскозявила. О, не-не-не-не-не-не. Я такому не был готов. Что меня кто-то тут накроет. Такие цветы яркие вообще. О. О. Ого. Не-не-не-не-не-не-не. Чувак, остынь. Ах ты, паук. Еще по-русски говорят. Говорит, ах ты паук. Все, тут облутаю. Это проход. Куда ты побежала?
Где-то тут еще одно сокровище. Сейчас. А, вот оно. И все. Блин, офигенный замок вообще самый яркий, наверное, в этой игре. Копье. Как вот там корабль плавает? Я хочу посмотреть. Такой конь вообще огненный. Скорпионы, жесть. Ого! Нифига себе! Ого! Осколок звезды дают за него. Жесть. Как он плавает по траве. Удивительно. Волшебство какое-то. Ну давай. Ну. Это чё? Зачем тебе это? Рыба и что? О! Нифига. Капец. Плывет по траве. Что это за карта такая? Ого. Это отдельная карта какая-то. Офигеть. Это какая-то виртуальная карта. Причем такая не маленькая. Офигеть. А меня корабль задавит, если я перед ним встану. Толкая. О, конь, ты где? О, его там, короче, закатало. Жесть, коня закатало. Короче, из коня фарш. Все, что ли? О, там затмение, офигеть. Затмение. Красиво очень. Коняшка. Какая красота.
Ну, на этом все. Это была вторая серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро я выпущу третью серию.